Ну, вам меня не видно? Видно, видно, все видно. На ну запись вот, я согласен. Слушаю. Говорю сразу. Так что? С великой благодарностью, Игнатий Тихонович. Книги пришли, слава Богу, все в целости и сохранности. Как быстро дошли-то, удивительно. Это специально, спецпочта, это другое. Она прям до дома должна была довезти. Я сегодня богаче стал 1000 раз. Ну ладно, во славу Божию. Так. А вы... Мне не то, чтобы ловить, не рассчитаться, прочитать бы все это и принять бы к сердцу, Игнатий Тихонович, да. Ваши труды. Так много всего. Да. А и вы... самое, что интересно, я взял первую книгу с открытым оком, 24-й том. Открываю ее и вижу фотографию. И на фотографии могиле вашей мамы и подпись. Прошу вас похоронить меня рядом с ней. А что там было на первой-то? Что-то? Там была фотография таблички на могиле вашей матери, и внизу подпись. Прошу вас похоронить рядом с ней. О! Так это Потеряевки. Да. Да, да, да. Ну вот так. Как наказ принимаю, Игнатий Тихонович. Помоги вам, Господи. Ну, слава Христу. А вы печатаете, нет, на машинке? На компьютере? Мне надо видео, которое проповеди, надо превратить в вордовские буквы. Я могу вам послать одну, попробуйте. А? Игнатий Тихонович, врать не буду, занят я сейчас сильно, как бы я сказал, чтобы потом не говорили, что я вам ничего не сказал. Как будет возможность, позвоните мне, скажете. Хорошо, Игнатий Тихонович. Меня сейчас сразу где-то находят 4 работника, добавлено. Работы много, медленно идет, а нам нужно готовить к изданию проповеди во свете Святой Библии. 5 томов будет выйдет. Каждый том будет 1300 страниц примерно. Работа огромная, но желательно очень даже. Я знаю. Ну все, слава Христу, прославляй Бога. Игнатий Тихонович, благодарю вас. Во славу Божию, да. Это Господне все. Я о таком даже и не мечтал, Игнатий Тихонович. Язык даже не поворачивался попросить. Благодарю Господа. А теперь видели там какой 4-томник проповеди в стихах, так как изготовлено? Проповеди в стихах, 4 тома, толстые-таки. Да. О. Знаете что, Игнатий Тихонович? Вот если смотреть на проповеди в стихах в 4-томник с 4-го тома, то получается флаг Республики Коми, где я родился. Это СССР, Игнатий Тихонович. Ну вот, слава Богу. Видите, как во славу Божию все это делается-то. Без Бога не до порога. Ну что, ладно, у меня тут звонок идет опять уже. Ищут работников. Все, Игнатий. Все, с Богом. Да, все.